Всем привет, меня зовут Данил Слетин. Сегодня расскажу про Горизонт. Когда я его учил, обучалок в интернете не было или их было очень мало, поэтому тренировал своими методами. Плюс расскажу, что бы я еще добавил в эти тренировки для большей эффективности. Тренируясь так, вы будете постепенно становиться сильнее, сможете плавно переходить от одного пункта к другому, улучшать качество и увеличивать амплитуду. Учить горизонт лучше и на брусьях, и на полу, потому что если вы будете его тренировать только на брусьях, то потом он вам будет сложно даваться на полу и наоборот. Это все, что я делал для изучения горизонта. Советую выполнять это в начале тренировки и затем переходить к следующему упражнению. Но перед этим расскажу немного о технике. Ставить кисти во время тренировки горизонта можете как вам удобно, прямо, под углом 45 градусов или же так. Но если вы их будете ставить прямо, то есть вероятность получить травму. Если вы будете ставить их таким образом, то вам будет сложнее, больше нагрузка на плечи. Поэтому лучше всего ставить их под углом 45 градусов. Эти упражнения лучше выполнять резиной, но если ее у вас нет, то можете делать просто на полу. Все, всем удачи в изучении горизонта. Пока.